Кстати, Казахстан за торговлю без ограничений и барьеров. Касым-Жомарт Токаев осудил санкционное противостояние, поскольку политически мотивированные ограничения, это, цитата, отравляют общую атмосферу международных отношений. Они не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. Пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом президент Казахстана уже говорил с трибуны ООН на сессии Генассамблеи.